расположение мотострелкового полка. Войсковая часть 47-279. Также артбригады. Также здесь размещались артиллеристы-противотанкисты. Подразделение войсковой части. Войсковая часть химической и бактериологической защиты. Бактериологической защиты. И другие. Мы между двумя казармами у входов. Вот один с левой стороны вход. Ступеньки, ведущие к дверям. Конечно, подзаросли. Ступеньки, крыльцо само. Вот как выросли. Прямо на бетоне выросли березки. Печатывалось, видимо, здесь. Вот здесь стадион с этой стороны. Он просматривается сквозь заросли здания спортзала. Видимо, упор был для дверей. Того, что это было. Напротив такой же подъезд, такое же крыльцо другой казармы. Вот она. Тут получше видать, солнышко освещает частично. И здесь вот спортзал. Извините, стадион. Там дальше спортзал. Вот против солнца. Спортзал. Столовая офицерского состава. Дальше плавательный бассейн. Еще дальше здание Парма. Мощенная мостовая на месте. За спиной стадион. Тут не выросли деревья. Нет, выросли только немного. Вон видно. Закрыто. Заколочено. Вот кустарник. Черные ягоды. Вот. Что это такое? Тут же шиповник. Этого немного, но он есть. Вот плоды. Шиповник. Во всех помещениях казармы были с вами не один раз. И туда мы не идем. Это напротив здания. Выйдем на плац строевой. Вот здесь на углу, видимо, была курилка. Как, впрочем, и здесь. Вот тут. Да, вот тут сюда вход был.
на территорию курилки или место отдыха. Это снежная ягода, кустарник. А сегодня 20 октября 2022 года. Ну-ка посмотрим курилку. А тут стенды были. Вечно ступенек. Фундамент остался. Вот здесь где-то должна быть курилка. А там вход, входы в подвал. Подвал, там же в подвале склады. Вот он спортзал. Развернулись. Зарастает. Все быстро зарастает. Очень быстро. Налево пошла вот площадка и дорожка туда. Подвал. Как, впрочем, и направо, только тут площадки, наверное, нет. Тоже в подвал. Вот эта площадка. И прямо-прямо в подвал. Тут двое дверей или двое ворот. Также вот ягоды какие. Произрастает. Снежные ягоды. Вон двое дверей. Там решетки. Решетки закрыты. Доступа нет. Но нам и не надо туда тоже, поскольку мы там были. Тени большие времени. Сейчас 4:30 местного времени. Вот здесь, видимо, заезжала телега, тележка, потому что она тут не может зайти. А вот тележка, которая возили продукты, могла. Вот, наверное, сюда и заезжала. Поэтому пандус. Я уже не один раз упоминал, что были мы здесь, в подвале. Вот сейчас вот на замках. А здесь ступеньки. Пешеход мог. Да, пешеход, конечно, это образно. Градусов, наверное, сейчас 12-13. Прохладно. Пару дней назад было 26 градусов. Вчерашним днем был дождь. Осень. Вот вход еще один просматривается. Или подъезд. Вот еще один. Да, вот здесь, сюда. Прямо-прямо и тоже в подвал. Пойдем, попадем. Еще раз посмотрим с этого ракурса. Уже плац рядом. Вот плац. Прямо. С левой стороны здание столовой. А
А здесь, с правой стороны, здание штаба. Опять же, для ориентира. Вон там велосипед припылился. На нем мы приехали. Надеюсь, на нем мы и уедем. Дерево уже без листвы. Также все заросло здесь, на крыльце, деревья растут. Это видно. Даже не подняться сюда, на крыльцо. Вот тут дерево выросло и упало, вот вывернуло камни. Мы ходим по мостовой этой мощёной. По площадке. Вот здесь хорошо ее видно. Дорожка, вот видно, дорожка, это охрана наезжает. Прямо видны казармы слева и справа. Это казармы БЖФ войсковой части 42030. Здесь не заросло крыльцо. На втором этаже, вот как раз здесь, вот если пойдем, там закрыто. Пролом, не пролом. Второй этаж закрыт, да. С противоположной стороны как раз находится панно. Или мозаика, мозаичное полотно, гвардейский знак. Да. Красивости некоторые. Вот тут дерево выросло внутри этой красивости. Вот порвало, поломало дерево. Дерево поломало бетон. Закрыто. Вот тут красивость. Только остался. Осталось основание этой красивости. Вот видно казарму, которая напротив. С левой стороны столовая. Здание столовой. Ну и плац начинается. Дальше плац. Справа будет столовая, слева штаб. Штаб, санчасть. Здесь мы завершим видео. У нас всегда длинное видео получается. Вон он, проглядывается штаб, санчасть. Казарма хорошо освещена солнцем. И видно. Хорошо. Мы побывали с вами на территории расположения мотострелкового полка, артбригады,
других частей Альтенагер. Ну, других это танкисты, артиллеристы, противотанкисты, химики, в кавычках, подразделения химической и бактериологической защиты. А туда дальше была стена, забор, и там уже расположение войсковой части с районы 30. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.